Неожиданностью стало тогда, когда в рывке я уже там рвал условно там 170, поворачиваюсь на него, он сидит, ест банан на соседнем помосте, и тренер ему говорит: «Андрей, ты сильно не наедайся», а на помосте у него стоит 120, понимаете? У меня 170, у него 120, он с бананом в руках, а я с ужасом в глазах. Поэтому вот такие вот бывают вещи. Да, по поводу Рамнова, я думаю, что сейчас никак ему все-таки последние несколько лет. Опять говорят, что вроде знаете, приедет, я с не ним, приедет, я с готовился, ним, не готовился. Я с ним Все эти общаюсь. белорусские истории, которые вот, ну, там возникают тоже. Вот, ну, когда у него был там скандал с главным тренером, да. Через газеты в основном, как я понимаю. Но все, он выиграл. Все у Андрея нормально. Все у Андрея нормально, я с ним разговариваю. Просто он не выступал последние, сколько там, я тоже. 5 или 6 лет. На этой теме мы общаемся. Почему? Но в 2011 году ты выступал.